сравнению с волгоградским матчем, произошло всего одно изменение. Беркетов заменил травмированного Геращенко. В его отсутствие позицию либера занял Шмарко, а сам Беркетов сыграл крайнего защитника. Ротор в синем с первых минут отдал Манчестеру инициативу, а сам некоторое время выжидал удобного для себя момента. Нидергаус увидел открывшегося на грани офсайда Зернова и получил ответный пас. Голевой. 1-0. Прицельный удар по скептикам. И вот уже кажется, что выход Ротора в следующий этап вполне реален. На 24-й минуте Олег Веретенников разогнался из центра поля и зарядил коронной левой. 2-0. И хваленым англичанам надо сбивать 3 мяча. Но не зря они такие хваленые. Все остальные события матча проходили непосредственно в волгоградской штрафной. Ошибается Самаруков, и с ленточки мяч выносит Беркетов. На пару со Шмарко Беркетов старался компенсировать отсутствие Геращенко, единственного в команде, кто имеет достаточный опыт игры в Еврокубках. Без своего короля второго этажа Ротору было безумно тяжело. Иногда команде Прокопенко просто везло. Перерыв мало что изменил. На 53-й минуте Скоулс исполнил длинный перевод на Коула, а сам помчался на добивание. 2-1. В этот момент показалось, сомнет-таки Манчестер задиристых волгоградцев. Но Ротор не мог в этот день проиграть. Собрав в один кулак хладнокровие, волю и неуступчивый волжский характер, игроки показали себя мужиками. В каждый мяч, каждый сантиметр поля волгоградцы впивались зубами, а фортуна любит сильных. Шансы Манчестера с каждой секундой таяли. На последней минуте в штрафную Ротора прибежал Петр Шмейхель, чтобы забить для истории. Но в историю войдет и другое. Дальше идет Ротор.